Театр-музей Сальвадора Дали, словно еще один шедевр знаменитого художника, уникальный сюрреалистический экспонат, прижизненный памятник и вечный мавзолей гения сюрреализма. Сальвадор Дали родился в Фигеросе, этом небольшом городке в Каталонии, что на северо-востоке Испании. Повзрослев, Дали покинул родные края, не планируя когда-либо вновь сюда возвращаться, но судьба распорядилась иначе. В 50-е годы, уже великий Дали вернулся в город своего детства. А в 60-х решил сделать Фигеросе подарок, музей своего имени, что и воплотил в жизнь в течение 14 лет, истратив большую часть своего состояния. Получившееся здание не похоже ни на что в мире. Из трехэтажного оно превращается в шестиэтажное, Венера Милосская поражает количеством встроенных в нее ящиков, а Шалтай-Болтай из Кроловской Алисы, кажется, привел с собой добрую дюжину своих собратьев, аккуратно рассадив их по стене. Зал шедевров, состоящий на входе статуи черного раба Микеланджело, сменяет зал Мэй Уэст, где красуется диван, выполненный в виде губ этой весьма скандальной для своего времени звезды Голливуда, следом идут зал рисунков и зал ожерелий. Зал сокровища Дворец Ветров – это не фантазия у Дали разгулялась, это просто его видение мира, где главное не внешнее изображение, а сами идеи, превращающие окружающее пространство во вселенную абсурда, где исчезают привычные пространственные ориентиры, а появляются сновидения, кошмары или галлюцинации. Согласно своему завещанию, великий Дали был похоронен в своем музее, под скромной табличкой, извещающей всех входящих о годах рождения и смерти этого уникального человека. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.